Прво нужно сразу покрестить ребенка, когда пройдет 40 дней, и сразу причащать, и оцерковить. Потом, если он оцерковляется и начинает причащаться, идти в храм, он сразу Господь приходит в эту душу, новую душу, и он будет всегда с Господом быть в жизни. Если мы ожидаем, что такое, что пройдет год, два, три, или что некий говорит, как само дети нужно изобрать, когда он хочет крестить, это будет все по-другому. Потом многие родители сегодня придут и плачут, что дети ушло в наркотики, дети ушло на дорогу там плохую, а я когда прошу, когда оно причащалось, они скажут никогда, или очень давно, или просто так покрестили поздно и так. Но это самое главное, чтобы покрестили дети очень рано и чтобы принесли в церковь. Я тоже исповедую ребенка от 3-4 года, просто чтобы они не убоялись от священника, чтобы научились прийти к священнику и говорить. Я не ожидаю, чтобы они были 10-15 год, потом ведь очень поздно они будут убояться, убежать из церкви. И так, если они научатся, они будут у меня прийти, когда проблемы, и сказать, и искать совет. До 7 года не нужно поститься. А в седьмом году просто давать один день. 7-8 год, один день, чтобы так научились, что это мало по-другому. А потом давать 2, а потом 3. Полаку, чтобы дети любило идти в храм. Что если не научим, если научили до 10-12-15 год, онда лучше молиться за просветление, чтобы Господь это просветило сердце и душу, и чтобы они сами пришли. Очень нужно быть осторожен с компьютером. Когда дети за компьютером много времени будет, тогда будет тяжело это дети от компьютера убрать. Больше тяжело, чем от героина. Это как зависимость компьютерская. Она самая очень сейчас много есть. И просто родители хотят себе отдать некое время свободно и дают ребенку, чтобы там, игры компьютерские, они очень опасны. И они делают компьютерскую зависимость у детей. И старых людей тоже, если они будут много с этим компьютером временно проводить, могут упасть в эту зависимость. А потом за них ничего, ни работа, ни семья, ничего. Да. А защищать он от всего, когда с ребенком, когда он начинает любить Христа, любить церковь, любить святых наших, он будет защищен от всего, от мирских, всех плохих вещей.